которая тянет в ад. Бывает, что очень нужно от друга бежать назад. Бывает, что оба слабы, и гаснет в душе их свет, а крепнуть давно пора бы, но силы у обоих нет. Как замкнут их путь по кругу, как больно на них смотреть, желая помочь друг другу, друг друга ведут на смерть. Бывает такая дружба, и лучше ее не знать. Ты скажешь, ну что же нужно, как этого избежать? Я верю, что Бог сильнее, чем я и любой мой друг. Когда кто-то стал слабее, когда темнота вокруг, когда опустились руки, и другу их не поднять, тогда от такого друга советую я бежать. Бежать лишь к ногам Христовым, там силу свою найти, а после вернешься снова и друга поднимешь ты. Аминь.